Yes, it is so pretty. Захотелось чего-то свеженького? Да. Смотрите премьерное видео. Сообщение не передано. Сообщение не передано. Твердо решил. Медицинская правда. Есть проблема, и сколько с ними бороться, но я не могу избавиться. Телесериал. Получается так. В кино говорят, что со стороны ДНР запустили. Варя говорит, Саша говорит, что они объясняли, что со стороны Украины. Да, я сегодня показывала отсюда. Здесь Украина, она так стояла. Мы сегодня потратили один день. За один день нужно приехать, найти этих людей, которые ждали, пообщаться с ними и услышать это своими ушами. И сам это поймешь, насколько соответствует тому, что оказалось в эфире. Потому что зачастую эфир, особенно западных СМИ, они не дают совсем абсолютно не ту информацию, которую люди говорят. Три года прошло с момента гибели Боинга. Вещественные доказательства есть, свидетели живы, и родственники ждут честного профессионального расследования без подлогов и фабрикаций. Александр Сладков, Павел Выдрин, Игорь Плейн, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести, Донбасс. Сразу две новости пришли на неделю для Украины и США. Хорошее в том, что Вашингтон увеличивает почти в два раза поставки угля для Киева. И с этого момента начинаются новости плохие. Цена тоже увеличивается в три раза. Если год назад уголь стоил 71 доллар за тонну, то теперь будет 206. Глава украинского МИДа Клинкин настойчиво считает цены очень конкурентными. Хотя для Норвегии, например, американский уголь стоит не 206 долларов за тонну, как для Украины, а 125. И для Норвегии цены снижаются. Вашингтон понять можно, если помогаешь деньгами в долг, а вернуть деньги надежды нет, то хоть так. И все это при том, что предела. В начале июля Донец заявил о готовке Киева. Это далее на Украине действует режим чрезвычайного. Германия поставила Турции товаров на 22 миллиарда евро, получив от Анкары продукцию всего на...